А теперь о приборах. Почему все-таки не совсем правильно покупать Escort в Америке? То есть показываю, что это версия американская, по незнанию купил сам. И теперь мне продать его только можно в Америку кому-нибудь. Итак, включаю. Паспорт 9500IX. Теперь пусть будет стоять Highway, будем обстреливать его тоже короткоимпульсными радарами. Перед нами визир 2М и перед нами бинар. Поехали, первый визир 2М. Так, у нас версия International сработала, а версия американская через раз. Выключи, включи. Так, а теперь тот отруби. Так, замер. И все, и тишина. Хотя у нас не приглушение, ничего нету. ИКА вот он тут запускает и все что угодно. Это получается у нас на визир 2М. Так, теперь давай визир отрубаем. Показал он импульсный радар. Теперь у нас будет бинар. Врубай бинар. Тишина. А теперь попробуй тот зацепи радар. Так, еще раз. Бинар врубаем. Все включится. Так, запускаем. Еще раз. Еще раз. Так, вот он сработал. А этот молчит. Вот, собственно, вот такую проблему мы и наблюдаем. То есть оно вроде как бы срабатывает через раз, но по факту ездить с этим опасно. То есть залет будет стопроцентный вот именно на эти короткоимпульсные радары. Еще раз показываю, что он включенный все-таки. И полная тишина. Ну вот как-то так.